Проект по комплексному благоустройству улицы Машенского стартовал в областном центре. Начать было решено, что, впрочем, вполне логично, с уборки территории. Без малого 1500 человек, работников группы компаний «Санта» вышли на субботник. Организаторы мероприятия отмечают, количество желающих оказалось в разы больше, чем планировали. Сегодня мы решили компанией поддержать инициативу президента и совместно с Ленинским районом убрать улицу нашего основателя Машенского Михаила Леонидовича. Приятный день, солнечный и легко, хорошо работается. Все очень здорово. Работники «Санты» признаются, благоустройство улицы, которая носит имя основателя предприятия, дело почетное. Задание старались выполнить на максимум. Работы предстоит еще немало, уборка территории только один из этапов. К тому же такие мероприятия положительно влияют на отношения внутри коллектива. Во-первых, это чувство коллективизма. Все хорошо работают, отдыхают, обсуждаем все насущные проблемы. Тепло, погода замечательная. И вообще вопрос такой, наверное, очень важный в том плане, что с этой улицей связана история нашего предприятия. Это прежде всего. Это хорошее дело, я люблю труд. Тем более мы наводим красоту городу. Наш магазин здесь рядом. Люди проезжают, смотрят, красиво. Скоро будет травка вырастет, и это будет вообще очень выглядит красиво. Это общение между отделами сближает, потому что многих видишь первый раз, ну и знакомишься, общаешься и помогает потом в дальнейшей работе. Представители группы компаний подчеркивают, традиционные субботники прошли на территориях, которые прилегают к производственным и офисным площадкам «Санты». Чистота и порядок входят в состав базовой комплектации успешного производства. На «Санте» об этом знают не понаслышке. Наш телеканал продолжит следить за ходом благоустройства улицы Машенского. Работники предприятия заверяют, посмотреть будет на что. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «БукТВ».